Украинская делегация в четверг встречалась в Брюсселе со Штефаном Фюле. Тогда казалось, что ассоциация «вот она, бери, подписывай, только пару деталей согласовать». Получается, если бы эти слова прозвучали раньше, Евромайдана могло бы не быть. Но оказалось, пара деталей со времен Вильнюсского саммита существенно не изменилась. Компенсировать что-либо собирались только после подписания соглашения. И то, если все будут себя хорошо вести. А началась встреча в Брюсселе с того, что Украина и ЕС договорились создать дорожную карту по имплементации соглашения. Опять. Запевняю украинский народ. Переговоры продолжаются. Незабаром Украина подъедет до исторического момента подписания угоди про ассоциацию с ЕС с урахованием стратегических национальных интересов. Мы готовы помогать Украине и поддерживать ее модернизацию на принципах соглашения об ассоциации, в том числе и помощи в макроэкономической плоскости, открывая программы финансовой поддержки, чтобы помочь Украине имплементировать соглашение после его подписания и также привлечь к этому других международных партнеров. Эти переговоры пришли с фазы обговорения проблем в площину практичной работы. Тому мы четко понимаем завдання. Ми чітко розуміємо, що будемо робити, як будемо робити. Зараз визначаються конкретні виконавці цих завдань і будемо рухатися вперед. Переговоры были напряженными, занимали достаточно много времени, более 3 часов. Но в ходе этих переговоров мы сумели достигнуть понимания, и наши приоритеты Европейского Союза и Украины максимально близки. У нас нет принципиальных разногласий по вопросам. Есть вопросы, которые необходимо отрабатывать. 3 часа переговоров, но ни одной конкретной суммы. Как отметил Фюле, материальная помощь будет зависеть от успехов Украины на пути интеграции и реформ. Чем больше будет сделано, тем больше будет получать Украина. Зато Евросоюз готов срочно помочь в восстановлении переговоров между Киевом и Международным валютным фондом и в восстановлении доверия к Украине со стороны зарубежных инвесторов.